Важная политическая новость. Владимир Путин своим указом назначил новых членов Центральной избирательной комиссии. У действующего состава истек срок полномочий. В новый включены омбудсмен Элла Памфилова, нынешний член комиссии Борис Бзеев, депутат Госдумы Василий Лихачев, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Александр Кинев и еще один член Центра избиркома Евгений Шевченко. Действующего председателя комиссии Владимира Чурова в президентской пятерке нет. Напомню, ЦИК состоит из 15 человек, еще по 5 выдвигает Государственная Дума и Совет Федерации.